Я вас приветствую в прохождении игры Resident Evil 3 Remake с русской озвучкой, в озвучке механик VoiceOver. Саму ссылку на озвучку я оставлю в описании к этому ролику. Всем приятного просмотра. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в истории. Сходитесь немедленно! Разъяренные толпы, горящие здания по всему... Власти ожидают новые Пожары, беспорядки. Пожары, людей избивают, мародерство повсюду. Он потерял сознание, лицо было... В городе объявлено чрезвычайное положение. Мы официально объявляем карантин на юго-западе Власти США. Власти не знают. Честность, самоотдача, порядочность. Это ключевые ценности, лежащие в основе корпорации Umbrella. И на этой основе мы продолжим строить светлое будущее для всех. И ночью все хуже. Еще 3 дня, и я наконец уберусь отсюда. Что там случилось?
тут жил. 26 сентября 98 года. Прошло уже 2 месяца после того бардака с Амбреллой, и за временного отстранения расследование продвигается не так, как хотелось бы. Возможно, эти записи о том, что удалось обнаружить, будут последним, что я сделаю как офицер Старс. Я надеюсь лишь, что это поможет выяснить правду. Т-вирус. Зараженные этим вирусом, похоже, становятся натуральными зомби. Удалось выявить несколько путей передачи данного зомби-вируса, описанных ниже. Укус зараженной особи, при котором происходит обмен биологическими жидкостями. Контакт с воронами, питавшимися зараженной падалью. Передачу воздушно-капельным путем можно исключить из-за недостаточной жизнестойкости вируса. Стоит отметить, что у выживших еще не проявили симптомы заражения. Пока нельзя сказать, вызвано ли это долгим инкубационным периодом, или нам просто повезло иметь природный иммунитет к инфекции. Мы должны сохранять бдительность даже после окончания расследования. Что касается меня, если не принимать во внимание некоторые трудности со сном, я нахожусь в хорошей форме. Но все-таки не стоит слишком себя обнадеживать. В конце концов, это может быть долгий инкубационный период. Записи расследования. Umbrella. Фармацевтическая компания, лидер отрасли в этом сегменте рынка, сосредоточена на разработке оружия, сохраняя при этом статус фармацевтической компании в качестве прикрытия. Тайно разрабатывает биологическое оружие. Вспышка Т-вируса в исследовательском комплексе в горах Арклей. Приписывается инцидент в особняке. Сговор с руководством Raccoon City. Крупные пожертвования мэру Уэрону. Эффективный контроль над городом. Распечатанный конверт. Они выпускают меня из дома. Парни в окне через улицу следят за мной круглые 7 дней в неделю. Это люди Айронса, Амбреллы. Я не знаю, да и разницы в общем-то никакой. Я знаю, что они пытаются сделать. Они хотят подавить меня, замучить так, чтобы добиться согласия, и это работает. Я с трудом могу есть и спать. Я схожу с ума, я чувствую себя ходячим трупом. Но я не дам им победить. Мне нужно выбраться из города и найти способ привлечь их к ответственности. Конечно же, они пошлют кого-то, чтобы заставить меня замолчать. Если дойдут слухи, что меня убили, или что они там делают с такими, как я, тебе нужно продолжить расследование с того момента, где я остановлюсь. Мои файлы зашифрованы. Они расскажут все, что тебе нужно знать, если этот пакет не перехватят. Я уезжаю ночью через 5 дней. Пожелай мне удачи. Сообщение от коллеги. Джилл Валентайн. Эй, горячая голова, как дела? Все никак не могу поверить, что Айронс отстранил тебя. Какая чушь. Да он должен медаль тебе дать за то, что ты выбралась из этого ада в июле. Конечно, ты будешь копаться и задавать вопросы. Надеюсь, ты не злишься, что я вмешался. Все произошло так быстро. Старс были гордостью полиции. Когда шеф распустил нас ни с того ни с сего, у меня не было сомнения, что я уж точно потеряю работу. Говорят, ты собираешься покинуть Raccoon City. Я так и подумал, что ты не смиришься с отстранением. Просто пообещай, что будешь начеку. Umbrella не будет сидеть сложа руки, пока ты пытаешься уничтожить их бизнес. Береги себя, Джилл. Брэд Уикерс. Отряд Альфа Старс. Сейчас и навсегда. Пришлось подсунуть эту записку разносчику пиццы, чтоб меня не засекли. Наслаждайся мегаместным шиком. Это от меня и ребят. Это кто?
Да-да, иду. Алло? Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда! Что случилось? Нет времени объяснять! Выбирайся немедленно! Хорошо, дай только... Как? Что это за монстр? Без понятия. Но он охотится за агентами Старс в городе. Тобой и мной. И я сваливаю. Сама подумай. Чем больше ждем, тем больше в жопу. Как все произошло так быстро? Я не знаю. Но беда никогда не приходит одна. Все как в Аркли, но хуже. Сожалею.
спокойно. Вертолет доставит вас в безопасное место. Безопасное? Я никуда не пойду. Парковка близко. Я провожу Нет, вас. Нет, безопасно только здесь. Сэр, как вас зовут? Я не могу вас бросить. Я Дарио Росса. И да, я понял. Вы просто хотите украсть мое убежище. Свое ищите, дамочка. Дамочка? Успокойтесь, пожалуйста. Я из полиции. Пришла помочь вам. Да-да-да. У вас прекрасно получается. Хотите помочь? Можете приковать себя к одному из этих уродов. Сэр, это последний шанс. Никто больше не приедет за вами. Я никуда не пойду. Лучше помру здесь с голоду, чем пойду на корм одному из этих монстров. А теперь уходите! Заводись, блядь! Моя очередь, сука! Так, спокойно, я помогу. Кто ты? Что ты делаешь? Я Карлос. Спасаю тебя. Давай, пойдем в убежище.
Кажись, оторвались. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Какой мудак их закрыл? Придется идти в обход. Так что ты знаешь о том монстре? Ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Поверь, ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось! Стоп! О чем это ты? Доверять мне ты не обязана. Но я иду в убежище. Ты со мной? Давай, сюда. Капитан. Этой милой даме пригодилась бы помощь. Карлос, ты даже не спросил милую даму, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун Сити. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать гражданских. Ну да. И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. Поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство. Да. Что ж, мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Нам нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ладно. Я в деле. Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Суперкоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация. Итак, начнем. Сперва снарядим тебя. Поднимайся на улицу. Там будут припасы. Окей. Черт, капитан. От вас прям кусок оторвали. Ничего, проживу и без него. Порох в полевых условиях.
Инструкция UBCS по приготовлению пороха. Если на поле боя заканчиваются патроны, пушка превращается в бесполезную пукалку. Не хочешь сдохнуть, запиши себе на подкорку эти формулы. Пули для пистолета, порох X2. Патроны для дробовика, порох плюс высококачественный порох. Патроны для револьвера, высококачественный порох X2. Подготовились и вперед. Накормим мертвяков до отвала. Главное, самим не пойти на десерт. Первая полоса желтой газеты. Каннибалы-убийцы. Неаппетитная история. Туманным утром 25 сентября в полицейский участок Ракун-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Леймс. Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное расчлененное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена, и это третий подобный случай в Ракун-Сити за последний месяц. Так кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Нас в Ньюс комят, гложет чувство, что больным, так называемой каннибальской болезнью, которых, по идее, с августа бесплатно лечат Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Наши репортеры отправили Спенсер Мемориал за правдой, вернулись, добыча от которой у вас, дорогой читатель, волосы дыбом станут. Подробности на следующей странице. Процессе. Так какой у нас план? Старик приказал расчистить пути. Сможешь заставить метро снова работать? И как мне это сделать? Сначала восстанови питание. Доберись до главной улицы, и я укажу путь к подстанции. Поняла. Не будем мешкать. Думаю, я бы смогла включить эту штуку, если бы поняла, что и куда вставлять. Травы в полевых условиях. Учебник травоведения UBCS. Мы в UBCS не термим нытиков, которые ползут на базу после каждой царапины, а что не сразу к мамочке. Те, кому обрыдло материнское молоко, пусть запоминают эти рецепты. Мощная микстура, зеленая трава X2. Микстура максимальной мощности, зеленая трава плюс красная трава, либо зеленая трава X3. Целебный спрей, самостоятельно его приготовить. Не приготовить, увидишь, бери. Пока все, а теперь заканчивай и пошли пить пиво. Еще выжившие. Надо завести этот поезд.
Я на главной улице. Куда дальше? Видишь большие опорные башни? Это подстанция. Сможешь попасть туда через переулок справа. Ты про переулок в огне? Возможно. Ну, огонь бабе вроде тебя такое не помеха. Да пошел ты. Надо потушить огонь. Дневник владельца аптеки. 24 августа. Новый тоник для волос от Амбреллы просто сметают с полок. Вот, хотя неудивительно. Их продукт всегда работает на ура. Вот я и заказал большую партию. Уверенность окупилась буквально. Продажи растут и вырастут еще, когда все узнают. Поговаривают, что где-то случились беспорядки. Надо подумать, не купить ли сейф для пущей сохранности такой кучи денег. 2 сентября. Новый код. Сейф идеален. Никто не знает код, даже моя дражайшая женушка. Этот секрет я разделю только с королевой Аквакор. А она никогда не скажет его ворам. Thank you.
этажа начался пожар. Мы вас выследим, но вам нужно сохранять спокойствие. Не пытайтесь спуститься на лифте. Пожалуйста, следуйте к запасному выходу и выбирайтесь через него. Если кто-то не может спуститься по пожарной лестнице, поднимите руку, я вам помогу. Thank you.
Записка работника метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем беда начнется. Запру его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся, а пока поищу патроны где только смогу. Когда начнется, брежу цепь. А вот он, голубчик. Молюсь, чтобы мы все выжили. Видимо, это центр управления метро. ЖД братьев Кайт, руководство. Безопасность на подземных железных дорогах. При прекращении подачи электричества система метро автоматически отключается. После восстановления подачи энергии укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используемые пути. Если маршрут проложен с ошибкой и не отвечает требованиям безопасности, операция будет прервана. Ничего. Кто здесь? Из UBCS? Да, аккуратней, аккуратней. Не смотри ты на меня так, я не заражен. Тихо, давай. Нет, 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 стой! Он заражен. Возможно, заражен. Пеп Старс тряпки. Вот и дохните, как мухи. А ты откуда? UBCS? Своих же убиваешь. Он бы обратился. Где твой инстинкт самосохранения? Возвращайся на станцию. Нам здесь такие сопляжуи не нужны. Дневник тренировок. 10 июля. 90 кг, 12 кругов пробежки по двору, 2 повтора. Выкусите, тюряга. Корпорация Umbrella только что взяла меня на работу.
Походу, пожизненное заключение за убийство 20 насильников их не остановит. Я только за. Всяко лучше, чем просирать остаток жизни за решеткой. Надо привести себе форму. 26 июля, 89 кг, пробежка 20 км, 3 повтора. Стрельба в цель с 350 метров, 5 промахов. Вчера накинулся и отправился в тренировочный лагерь UBCS. Стрелял там впервые за 2 года. Промазал по неподвижной мишени с 350 метров на 10 см. Небывалая хрень, я будто все забыл. Пофиг, меткость вернется, вот увидите. 15 августа, 86 килограмм, пробежка 30 километров, 3 повтора, стрельба в цель с 550 метров, 2 промаха. Ладно, кучность стрельбы дошла до 7 сантиметров, пришлось приятно-приятно. После обеда мне устроили первый учебный бой. Капитаны и остальные нормальные пацаны, а в бою просто звери. Но этот псих Николай, отморозок конченый. Он закрылся мной от пули ради пары дополнительных очков. 25 сентября, 82 килограмма, пробежка 30 километров, 4 повтора, стрельба в цель с 550 метров без промахов. Мёрфи вернулся. Больше никаких промахов. Завтра отправляюсь на первую миссию – подавлять беспорядки в Ракун-Сити. Джимми бы это понравилось. Братишка всегда рвался помогать людям, пока эта уличная сволочь не отобрала его у меня. Моя очередь творить добро, так как я лучше всего умею. Предсмертная записка UBCS. 28 сентября, Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думал, что знаю, что такое ад. Полагал, что не сломаюсь, чтобы мне не пришлось пережить. Но это работа. Она должна была быть легкой. Быстрые деньги, я это заслужил. Все произошло внезапно. На нашем взводе было 30 ребят, у каждого не винтовка, произведение искусства. Но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо и знаю, что дальше будет хуже, если это только начало. Зовите меня трусом, плевать, другого выхода нет. Лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. Записка электрика. Общественные генераторы предоставлены гильдии электриков Ракун-Сити. Отключения света продолжаются, и гильдия решила на временной основе расставить в городе несколько электрогенераторов. Их можно использовать любой, но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит или в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Дописано от руки. Ясно. Если генератор сыплет искрами, не подходите к нему, не глупите. Безопасность превыше всего, как говорится. Если мы переживем этот бардак, я могу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Ваш электрик Сэм. Thank you.
Факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам в связи с участившимися вспышками эпидемии принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включите главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Боже, пахнет как... Да я даже думать не хочу, как. Целебная трава работает. Начинало казаться, что чат никогда не вернется из обхода, и я засунул туда голову. Черт возьми, в следующий момент у меня в горле уже извивались какие-то личинки. Я давился и задыхался, но этим маленьким ублюдкам все было нипочем, вылезать они не желали. Я шатался во все стороны, а потом увидел ее зеленую траву. Однажды бабушка сказала мне, что зеленая трава является природным средством от насекомых, поэтому я схватил ее, сунул в рот, проглотил, и вот те раз... Эта мелочь внутри меня оставаться не захотела, я никогда бы не был счастлив от того, что меня стошнило. Я снова выберусь туда, чтобы поискать чада. Если кто-то еще прочитает это, помните, нужно есть зелье. Господи. Взрывная записка с подстанции. Ключ от секции высокого напряжения пропал, замена ожидается только через неделю. На это время старшему сотруднику смены выдана отмычка. Она существует в единственном экземпляре, терять ее никак нельзя, поэтому когда отмычка не используется, она хранится только в футляре. Просим всех сотрудников еще раз убедиться, что вы случайно не забрали ключ. Нашедших просим сдать ключ Кейт в отдел общего дела производства.
Вот так. Записка Чеда. Здесь... Что здесь произошло? Последние несколько дней творится какая-то непонятная хрень. Эти странные жуки гнездятся, из вентиляции прет металлический запах, а вчера начался вообще форменный трындец. Нужно к маме в пригород сгонять, узнать как дела, но босс требует сначала выключить все рубильники, черт побери. Надо побыстрее закончить и валить отсюда. Ядрёна мать, живот скрутило, аж двигаться больно. На последнем рубильнике прибежал здоровенный жучила и сунул мне в глотку толстенную трубку. Я еле ноги унес, чуть все не заблевал, он как-то сдержался. Блин, больно-то как, ощущение, будто что-то внутри шевелится, еле держусь, как только не сблевал. Блин, больно капец, чувствую, что сейчас меня разорвет. Хана мне, мама, я тебя люблю. Готово. Пора валить отсюда.
Отлично. А теперь рубильник основного питания. Наслаждайтесь. Карлос, это Джилл. Я восстановила питание. Молодчина. Осталась система управления движением. Иди в центр управления метро. Ага, я знаю, где это. Правда? На шаг впереди меня, напарница. Мы не напарники. Жива и преследует меня. Что? Скорее возвращайся на станцию. Сначала надо включить систему.
Наша кукла Чарли. Оригинальная кукла Чарли создана по образу основателя Toy Uncle Чарли Макбергена и давно стала символом компании. В честь нашего 25-летия мы с гордостью представляем эту фарфоровую куклу Чарли. Новый Чарли создан любящими и заботливыми руками наших мастеров. Это превосходный и редкий подарок, выпущенный ограниченным тиражом. Надеемся, он станет любимым членом вашей семьи. Внимание! Продукт повышенной хрупкости, не ронять и не ударять. На этом моменте мы с вами закончим. Встретимся в следующей части. Всем до встречи.